13 канала. Находимся сейчас в Одессе. Меня зовут Катя. И сегодня мы проведем опрос, знают ли люди, кто такой Муслим Магомаев. Поехали? Всем привет! С вами снова Катя, и мы с 13 канала. Мы находимся в городе Одесса, в Украине, и проведем сегодня маленький опрос среди жителей этого города. Знают ли они азербайджанских певцов? Девушки, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Даша. А вас? Мария. Очень приятно. Меня Катя. Скажите, а вы знаете, кто такой Муслим Магомаев? Конечно. Нет. Азербайджанский певец. Азербайджанский певец. А песни его знаете? А, да, по-моему, «Море-море». Вау, круто. А можете на пыль? Нет. Нет, увы, медведь наступил на ухо. Спасибо вам огромное, девочки. Включи на телефоне. Да, «Синюю вечность» включи. Это наша любимая песня. Да? «Синяя вечность». О, тогда скажи. Да, нет, вы сейчас скажете. Ответ на камеру. Давайте. Раз, два, три. Это наша любимая песня «Синяя вечность». Вот как раз Дарья ее слушает. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Мария. А вас? Здравствуйте. Андрей. А вы знаете, кто такой Муслим Магомаев? Нет, не знаю. А вы? Да, конечно. Это известный азербайджанский певец. Песня его, кажется, если не ошибаюсь, «Море-море». Вау, супер вообще. Девушка, вы помните такую песню нашу мелочную? «Ты кто такой? Давай, до свидания». Да, помню. Замечательно. Так это азербайджанская мелька? Знаете, кто такой Кузиир? Да, это известный азербайджанский певец. У него очень хорошие песни, веселые. Блин, его много. Конечно, важно. Во много очень азербайджанцев парней очень много слушает. Песни его огонь. Просто супер бомба. Вау, супер. Вы просто находка для нас. Спасибо вам огромное. Хорошего вам вечера. Здравствуйте. Как вас зовут? Кристина. А вас? Татьяна. Очень приятно. Меня Катя. Скажите, вы знаете, кто такой Муслим Магомаев? Ну, слышала. Мы родители когда-то в Атюшине. Это был азербайджанский певец, насколько я помню. Вот. И как бы так, я азербайджанцев просто очень уважаю. Вот. И поэтому слышала. Вау. Очень круто. А помните такую нашу мешанную песню, кто такой, давай до свидания? Ну да. Вот, это азербайджанская механа. Это ведь он, да, ее сочинил, вот он сочинил ее и передал свой текст, насколько я понимаю, сюда уже, в наши края. Да, да, да. Приблизительно так все и было, да. Слышала просто, наподобие такое слышала историю, да. Спасибо вам. Хорошего вечера. Спасибо. Спасибо. Ну скажите одно слово, знаете или нет? Ребята, здравствуйте. День добрый. Как вас зовут? Артур Бадалян. Девушка, а вас? Да, я пошел. Да, да, да. Да, да. Скажите, пожалуйста, вы знаете, кто такой Муслим Магомаев? Конечно, знаю, это исполнитель азербайджанский. О, море, море. Оно? Да, оно, да. 5 баллов. 10. Я выиграл миллион? Да. Супер. Приходите. Хорошо. До свидания. Здравствуйте. Можно вам один вопрос задать? Скажи, пожалуйста. Почему? Один маленький. Вы знаете, кто такой Муслим Магомаев? Да. Нет. Это азербайджанский народный эстрадный певец. Прикольно. А слышали такую песню «Ты кто такой? Давай до свидания»? Конечно, слышали. Вот, это азербайджанская механа. Интересно. Будете знать. Да, спасибо. Вам спасибо, до свидания. Спасибо.
скажите, пожалуйста, а вы знаете, кто такой Муслим Магомаев? Нет. Это азербайджанский эстрадный народный артист. Вы знаете его песни? Да, некоторые. А какие? Ну, сейчас я просто начну волноваться и не скажу. И все же? Мои года, мое богатство. Правильно? Ну, еще там несколько. Сейчас не могу так прямо сразу вспомнить. А скажите, а помните такую нашу Мишу песню «Ты кто такой, давай, до свидания»? Да. Это азербайджанская мейхана? Это все придумано. А вы знали об этом? Нет. Вот сегодня уже знаю. Да, обязательно. Спасибо. Поехали. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Мы из 13-го канала. Хотим у вас поинтересоваться. Вы знаете, кто такой Муслим Магомаев? Может, какую-то знаете? Я не знаю. А море. Что такое слышно? А помните давно такую слышу нашу Мишу песню «Ты кто такой, давай до свидания»? Ну, это Уктай поет и Интиган поет вроде. Да? Это азербайджанская мейхана? Ну да, это самый азербайджанский. Совпадение, да? Очень огромное. Передайте салам. Салам алейкум. Спасибо вам огромное. Как вас зовут? Меня зовут Магдалена. Очень приятно, меня Катя. Скажите, вы знаете, кто такой Муслим Магомаев? Мама, папа. Кто знаю, я. Брат, я поздравляю. Азербайджанский певец. Не понимаю. Нет, салам, салам. Вот туда. Салам алейкум. Азербайджан. Салам. Салам. Спросим. Спасибо. Пойдемте спросим, ребят. Здравствуйте. Скажите, как вас зовут? Никита. А вы знаете, кто такой Муслим Магомаев? Да, это... По-моему, у него еще песня есть такая «Море». Да, все правильно. А еще что-то знаете? Нет, по-моему, не знаю. А помните такую нашумевшую песню «Ты кто такой, давай, до свидания»? Да, это же, по-моему, Мейхана из Азербайджана. Мейхана. Да, Мейхана. Все правильно, какой молодец вообще. А для какого канала снимаете? Мы снимаем для нашего любимого 13-го канала. Спасибо вам огромное. Все, поехали. Здравствуйте. Как вас зовут? Вика. А вас? Андрей. Очень приятно. Меня Катя. Скажите, а знаете вы, кто такой Муслим Магомаев? Нет. А вы? Нет. Это азербайджанский народный эстрадный певец. А, точно, наверное, да. А слышали песню «О море»? Да. А помните, такая нашумевшая еще была песня «Ты кто такой, давай, до свидания»? Ну, вот эти слова я слышала, а вообще я ее не слышала. Это азербайджанская мейхана, чтобы вы знали. Класс. Спасибо вам огромное. Супер. Поехали дальше. Здравствуйте. Как вас зовут? Ирина. Настя. Очень приятно. Я Екатерина, и мы с 13-го канала. Скажите, вы знаете, кто такой Муслим Магомаев? Да, знаю. Кто это? Он, у него прекрасная есть песня «Море». Вау, супер. Это азербайджанский композитор и исполнитель. Будем знать теперь. Но имя очень знаменитое имя, я слышу. Да, девушка. А помните такую нашумевшую песню «Ты кто такой, давай, до свидания»? Конечно. Это азербайджанская мейхана. Будем знать. Спасибо вам, девушки. Всего доброго. Девушки, здравствуйте. Можно задать вопрос? Да. Скажите, а вы знаете, кто такой Муслим Магомаев? Да. Луч солнца золотого. Мы из крыла пелена. И между нами снова вновь выросла стена. Класс. Да? Супер, да. Что можете еще сказать? Ну, он классный. А что еще сказать?
хочу сказать. Спасибо вам огромное, девушка. А вы знаете, что это азербайджанский певец? Ну, теперь знаю, да. Я не придавала этому значения, потому что музыка не имеет границ. Спасибо вам, девушка. Хорошего вечера. Здравствуйте, как вас зовут? Дарья. А вас? Тоже Дарья. Очень приятно мне. Катя, вы знаете, кто такой Муслим Магомаев? Наслышаны. А вы? Нет. Это азербайджанский народный эстрадный певец. Да. А знаете такую песню «Ты кто такой, давай, до свидания»? Ну, конечно, популярная песня. Это азербайджанская мейхана. Круто. Теперь будете знать. Спасибо. Вам спасибо. До свидания. Азербайджан. Привет Азербайджану. Супер. Пока-пока. Надо правильно быть. Привет. Очень приятно, Катя. Скажите, пожалуйста, вы знаете, кто такой Муслим Магомаев? Азербайджанский певец, если не ошибаюсь. Да, да. А еще он советский певец. У нас нет такого советского. Это азербайджанский певец, а не советский певец. Он был известен во всем мире, но он не советский певец. Он все-таки азербайджанский. Давайте не будем сюда подлетать Советский Союз. Он певец своей страны. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Максим. Меня Катя. Очень приятно. Скажите, а вы знаете, кто такой Муслим Магомаев? Я не знаю этого человека, но считаю... Я думаю, что он артист, правильно? Да, верно. Но я просто слышал его слухом, что он артист. И какой следующий вопрос будет от вас? Какой артист? Я не знаю, какой артист. Просто это певец, наверное. Это азербайджанский? Певец, да. Композитор, певец. Вроде бы, да. Я не знаю, честно говоря. А помните нашумевшую песню «Ты кто такой, до свидания»? Да, это азербайджанская митана. На самом деле понравилась мне песня эта, и я бы хотел бы слышать и слышать эти его песни и так дальше. Уважаю этого артиста, поэтому большое спасибо ему за то, что он сочиняет такие треки. Я как сам артист могу сказать, Да, что он сочиняет эти треки и выпускал дальше в студии и по всему миру, чтобы все люди узнавали, кто он, и пусть продолжает это свое происхождение. Мы будем рады его слушать. Спасибо вам огромное, очень хорошая информация, честно. Здравствуйте. Так, меня за что? Как вас зовут? Я Сережа. Очень приятно, Катя. Скажите, а вы знаете, кто такой Муслим Магомаев? Да, певец, актер, тоже снимался, кстати. Композитор, да. Как же называется, в Советском Союзе был... Оперный певец. Нет, это да, я имею в виду, был народный артист Советского Союза и Азербайджан, да? Ну, популярный был очень 80-е, да, 90-е. Да, дальше, да, дальше другие появились. А песню, может, какую-то знаете? Спасибо вам огромное. Хорошего вечера. И вам также. Панга. А вас? Чандра. А вас? Извините, по-русски не понимаю. Чу-чу. Хорошо. Вы знаете, кто такой Муслим Магомедов? Нет, не Муслим. Индусский. Индиан. Салам. Малекум. Азер. А вы знаете, кто такой Муслим Магомаев? Да. Кто? Муслим. Саламу алейкум, ассалам. Индия. Хорошо. Азербайджан. Азербайджан. Салам. Салам. А вы? Азербайджан. Саламу алейкум. Индия. До свидания. Пока. Вау, крутые вообще ребята. С Индии вам шлют привет. Ne oldu babana? Fantamas! Ne ne? Fantamas! Kim senin kişi bu? Ali! Сегодня мы побывали в прекрасном городе Одесса. С вами был 13-й канал, и я Катя. Как мы видели, услышали, многие, кто из жильцов знает, кто такой Муслим Магомаев, знают азербайджанцев, знают как, что, где, культуру ихнюю. Так что, азербайджанцы, приезжайте, вас здесь ждут, и вас здесь любят очень сильно. Всем пока!
Известный такой